Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Lucky Block Legends. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. А также видео о том, как его скачать, как получить на него ключ, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. Далее, после того, как вы скачали чит, в поиске пишем Lucky Block Legends, нажимаем поиск. И на данный режим есть два скрипта. Первый скрипт он используется с ключ-системой, показывать его не буду. Покажу второй по счету, который без ключ-системы. Чтобы нам его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит. В чит вставляем скрипт, далее нажимаем кнопочку Inject и ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично, инжект прошел. Открылась дополнительная вкладка в браузере. Мы ее закрываем, чтобы она не мешала. И все, что остается сделать, это нажать на кнопочку Xcode. Нажимаем и ждем, пока появится скрипт. Вот он появился, отлично. И давайте тестить. Первая функция это автоблок. Включаем и смотрим, что происходит. Как видите, мой персонаж автоматически бежит к какому-то лаки-блоку, начинает его ломать, и с этого лаки-блока мне что-то выпадает. Либо питомец, либо монета, либо там еще яйцо может выпасть. И также гемма получается. Отлично, как видите, эта функция работает. Дальше автоспин вил. Единственное, что я не знаю, где находится это колесо фортуны, но давайте включим эту функцию. Так, и мне что-то выпало с этого колеса фортуны. Это что у нас? Почему-то не пишется. Ну ладно, либо это дополнительный дамаг, x2 дамаг, либо это умножение монет, гемов и так далее. Короче, ладно. Не суть, но самое главное то, что функция работает. Дальше автоклейм gifts. Нажимаем. И, как видите, также мы собрали награды, которые здесь доступны в игре. Отлично. Идем дальше. Получается, оставшиеся функции связаны с пэтами и яйцами. Так, на одно яйцо мне хватает, отлично. Значит, подходим к этому яйцу, которое стоит 100 монет. Далее включаем хэтч. И смотрим, что происходит. Как видите, скрипт за меня автоматически начинает открывать это яйцо, у которого мы сейчас, около которого мы сейчас стоим. Как-то так. Дальше можно открыть лимитированное яйцо, которое стоит 1 миллион монет. Но, к сожалению, у меня такого количества нет. Как видите, оно не открывается. Также можно открыть яйцо с ивентовским док-яйцом, как-то это так называется. Но мне, скорее всего, тоже хватать не будет, да, как видите. Короче, если яйца вот эти у вас не открываются, то значит у вас не хватает монет. Дальше следующая функция это UQ Best Pet. Мы ее включаем, и как видите, самые лучшие питомцы у меня одеваются. Также это можно сделать с помощью вот этой кнопки в игре. То есть, как вам удобно, без разницы. Также есть Craft All. Короче, смотрите, когда у вас хватает нужного количества питомцев для крафта, то есть 5 питомцев у вас одинаковых будет, вы нажимаете эту функцию, и автоматически скрипт скрафтит за вас всех питомцев. Как-то так. На этом буду заканчивать. Вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Избан. Всем удачи и пока.